Добрый день, господа! Добро пожаловать на канал! Зима уже близко, поэтому нужно подготовить тачку к эксплуатации по снегу. И мы тут подумали, почему бы не сделать цепи на шорт-корс? Да, понятно, что цепи ставят в основном на трофейки, и ставить их на быстрые тачки, в моем понимании, это полнейший бред. Тем не менее, мы решили попробовать и узнать, что из этого выйдет. Потратив 120 рублей на покупку цепей и целую ночку на изготовление такой вот нехитрой конструкции, получился вот такой вот результат. Теперь давайте затестим все это дело. Устроим какой-нибудь заездик в грязи. Погнали! Погнали!